Всем привет, ребят! Ну что, вот и выбили мы нового героя. Сейчас будем ее смотреть, как что, как. Бабуля вот такая вот она. Айс Варлок написано. Бабушка Варлока, наверное, скорее всего, или его подружка. Не знаю еще точно, как назвать. В общем, шмаляет она жестко. Заряжается она быстро. Сейчас давайте еще кого-то найдем. Жизни очень мало. Это все печально. Так, надо кого-то найти. Так, нету автопрокеров, нету. Сейчас я выпущу здесь. Вот смотрите, быстрый заряд энергии. Смотрите, какая зона действует. Идет прямо, то есть атака не по зоне, а по прямой получается. Сразу смотрите расстояние какое. Какая она жесткая, блин. Это жесть. Я не знаю, что там будет на максималке, но реально смотрится очень-очень прикольно. По статам сейчас покажу. По талантам, я так смотрю, жизни мало. Все-таки священный огонь, наверное, будет. Заряд очень быстрый. Атакующий талант, даже не знаю, есть ли смысл будет убиваться. Также она, сказано, забирает энергию. И смотрю. У меня тут стражи есть. Так. Говорю, смотрю, у меня тут стражи есть. Магию надо взять. В общем, вот так вот она бьет. Выглядит очень-очень-очень круто. Реально, действительно, очень прикольный герой. Смотрите, как дамажит. Ну, постарались, постарались. Вот удивили, честно говоря. Вот таким вот удивили. Не знаю, насколько она будет имбовая. Мы это уже узнаем, я ее прокачаю. Но потому что я сейчас вижу, блин, красиво смотрится. Тут ничего не скажешь. Так, окей. Побежали, посмотрим ее статы. Давайте немножко ее улучшу. Там у меня книжечки есть. По скиллу, к сожалению, я сейчас не смогу ее на максималку прокачать, так как я все кагашки потратил под архидемона, но думаю, сделаем сначала вторую эволюцию, там уже скилл докачаем. Сегодня-завтра. Посмотрим, что он из себя вообще представляет. Так, 160. Вот так вот. Давайте какой-то ей талантик сейчас поставим. Вот есть две коробочки. Вот огненная защита. Давайте на первое время поставим вот так вот. Просто ради интереса посмотреть, что будет. Сказано, она снимает энергию, делает забор энергии. Я так понял, что 4 энергии. Но если она так бьет, то тут на 18, по-моему, или сколько. Сейчас посмотрим, сколько на 10 скилле. С такой скоростью атаки это просто жесть будет. Так, 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 так. Где там она? По-моему, мы уже ее пропустили. Ну, не знаю. Мне пока нравится. Посмотрим, как будет на применении. Так. Да, 18 получается. 300 урона. Блин, ну круто смотрится. Сейчас я вам скажу, что она так увеличивает скорость атаки на 100, скорее всего, уменьшая при этом повреждение на 75. То есть ей дефный вариант священный огонь, думаю, будет очень-очень неплохо, так как он даст ей и жизнь, и даст ей деф 70, 75% защиты. Это будет немало, немало. Так, давайте сейчас немножко книжечки продадим. Вон у меня с роллинга осталось что-то. Прокачаем ей немножко скин. Говорю, скин, скилл. Заговорился. Максималку я уже попозже сделаю. Так, окей. Что тут у нас по ресурсам не дается? Не, нигде слизней нету, к сожалению. Все потратил подчистую. Так, ну что, давайте вот так вот, 160, давайте сейчас мы ее качнем. Так, это нам 600 надо. Сейчас ее подкачаем, потом я книги еще использую. Так, золото. Ну, круто смотрится. Однозначно лайк, не знаю, где они ее в этот раз коммуниздили, но огонь просто. Ух ты, смотрите как.
Вот видите, получается, бьет только по прямой, скилл действует именно по прямой. Но, блин, красиво сделано. Ну, где-то, не знаю, где-то треть карты. Так, варлок. То есть вот так вот. Я думал, она все-таки будет бить по всей карте, но, к сожалению, это не так, как варлок будет бить зонально. Не знаю, или она будет актуальна на битве гильдий. Потому что все-таки и жизни маловато, и урона не особо много. Но это мы уже посмотрим, когда будет битва гильдии. Ну, вот так вот, думаю, можно будет ее смело брать. Будет очень интересно на это посмотреть, что и как будет. В любом случае, красивый герой, красиво сделан. Ну, в общем, вот так вот. Дамага, блин, конечно, немерено получается, но бьет по прямой. Так. Ну, жизни мало. Ну, атака тоже не особо большая. Вот смотрите, как работает. Сейчас посмотрим, как на героях будет отображаться. Вот она сейчас будет бить. Вот видите, она их заряжает и сразу же снимает энергию. Отлично. Так, череп. Вот черепом, она черепу не дает зарядиться. Ну, конечно, дамага, блин, надо ее на десятку все-таки прокачивать. И вкачивать какой-то талантик будет, тогда будет видно. Но думаю, даже с дамагом, с талантиком на дамаг, она будет прилично выдавать. Смотрите, как фигачит. Вот тут сейчас. В общем, вот так вот, ребят. Не знаю, пишите в комментах, как вам такой герой, с каким талантиком вы хотите посмотреть обзоры. Я постараюсь по максималке вам все выложить. Ну, заряд у нее энергии очень быстрый. Очень круто смотрится. Вот смотрите, что делает. Жесть просто. Ну, бьет по двадцатке уже, даже в такой прокачке, без сегментации, без всего. Это очень круто. Но, конечно, зональная атака немножко не то, что нам сейчас надо, но, думаю, применение ей будет во многих локациях, тем более на бездонатных аккаунтах она будет очень круто смотреться. Так. Так, алтарь героев. Сейчас я ее 180-й сделаю. Ну, надо будет кхашки сейчас копить, опять же. Даже на ту же самую эволюцию. Уже вечером постараюсь вам заснять полный обзор. Не знаю, вроде неплохо. Достойный герой. И есть смысл качать. В любом случае есть смысл качать, потому что будет в судьбе по-любому. Так. Давайте статы посмотрим. Ну, по статах, видите, жизни очень мало. Вот это самый основной минус. Это жизнь на сегодня. В сегодняшних реалиях жизни маловато у нее. И она будет очень быстро проседать. Плюс ее урон, если она попадет на какую-то отражалку. Это все, это сразу. Ну, смотрите, какая зональная атака у нее. Конечно, эти шары, блин, ну круто, как пушка какая-то. Смотрите, как достают. Ну и заряд, видите, да, сразу, то есть подошла, и следующий сразу ульта летит. И, соответственно, сразу же снимает энергию. То есть в этом плане, блин, бывают такие локации, когда надо реально бить прямо. Вот я думаю, неплохо зайдет на том же самом лабиринте. Будет очень интересно посмотреть на это все. Ну, по талантам, либо атакующий, либо Дафна, я думаю, даже Дафна лучше, потому что атака, ну, ей лишняя будет. У нее так атаки очень много будет вылазить. Каждая ульта, считайте, будет снимать и энергию, ультовать. Но плюс еще то, что она дальник. Так, смотрим. Ну, он снимает по чуть-чуть. Там немного, конечно, снимает. Но, как видите, убивают ее, блин. Раз-два и все, ее просто нет.
Вот так вот, ребят. Ну, блин, я довольный, честно говоря. Новая героем, новая локация интересная. Будем проходить ее. Новый герой тоже очень-очень крутой. Посмотрим, что покажет дальнейшая прокачка. Ну, блин, смотрится очень-очень круто. Все, пишите комменты. Ссылочка на Огнекрыло в описании. Всем удачи, всем пока.